И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами сын Mass Effect 2. И, скорее всего, задание с Джек, которое мы тоже сейчас пойдем с вами вербовать. За кадром немножечко полетало, ну как немножечко, множечко на самом деле, часов 5, наверное, на это потратила. На Омегу летала посмотреть, могу ли я что-то купить, что там осталось в магазинах, что-то, по-моему, взяла, но я уже не помню, если честно, что. В общем, полетала по окрестным, не по этим, правда, солнечным системам и, в общем-то, зачистила их по мере возможности, насколько мне хватило сил. А здесь нашла какую-то аномалию, и, честно говоря, я вообще без понятия, что это такое, поэтому я предлагаю сперва краем глаза хотя бы просто посмотреть, что это такое, и потом уже выдвигаться. У меня уже где-то 120 тысяч всего там и платины, и бла-бла-бла, и я медицинский отсек уже улучшила там в лаборатории Мордина, поэтому, да... Имейте в виду, в случае чего. Так, нам что-нибудь надо? Нет, нам ничего не надо. Аномалия там. Я так посмотрела краем глаза вот видите, все на 100. И это не просто планеты просмотрены, они прям все зачищены. Вот прям полностью на ресурсы. Поэтому да. Ну, кроме вот этой, по-моему, аномальной планетки, я имею в виду. Вот она. Ну, просто чтоб вы не переживали, потому что я знаю, наверняка будут такие, которые прям переживают, что у меня там не все зачищено, исчерпано. И на соседних планетах, в солнечных системах, в соседних то же самое. Все остальное я потом буду по мере настроения соответствующего зачищать. Да, аномалия. Азотная атмосфера сухого и холодного нейта. Почему разрежено? Может, разряжено? Вдоль экватора достаточно теплого, чтобы летом здесь образовались водоемы, расположены мокрые солончаки. Что это такое, господи? Во время таяния соль... А, это, видимо, с солью что-то связано. Это слово какое. Вот она, необразованность, да? Таяние соль добывают и продают на бедные натрием планеты для использования в аграрной промышленности. Во время Анхурского восстания Нейт служил перевалочным пунктом для кораблей затмения. И здесь же они потерпели первое поражение, когда Нахасид бросил против них превосходящие силы. На поверхности планеты до сих пор можно найти обломки, оставшиеся после битвы. Хорошо. А, они здесь тоже есть что-то наслать, господи. Так. Обнаружена аномалия. Сканер на поверхности показала наличие обломков торгового судна. Повреждения корабля катастрофические. Сканирование также выявило движение, но признаков жизни не обнаружено. Я вообще не помню, что это за задание. Полетели, короче. Посмотрела в журнале, но ничего похожего, честно говоря, не нашла. Хотя, может быть, там, помните, у нас что-то про пропавший корабль было? Но это, по-моему, было в другой солнечной системе, не? Не важно, короче. Ну, не, ну, в принципе, можно найти. Давайте. Я просто хочу затусировать. А, да, кстати, вот я поменяла нарядики, то есть... А, нет, почему-то на грюнте сбросилась. Короче, все, мы его переодели, Гарус, вот это... Его изначально, по-моему, броня поломанная. Вот мы его сейчас тоже переоденем. Видимо, я забыла сохраниться. Короче, все. Починили ему броню, грюнта одели. Все замечательно. А давайте их прям вдвоем возьмем. Прям, мне кажется, топово будет. Это Солярианец и Кроган как-то, ну, могут быть проблемы. О, да. У него лицо даже не, просто не улезает. А, и да, кстати, небольшое изменение в броне. Я решила что-то как-то... Чуть необычное, потому что думаю, ну как-то всегда темная броня, это как-то грустно, хочется чего-то особенного. И мне очень понравился оттенок такой золотистый, он на мед очень похож, мне что-то так понравилось. И вот с узором такими, с военной вот этой вот раскраской, если в белый покрасить, короче, вот оно вот так вот как-то выглядит. Ну не знаю, мне понравилось, прям еще золотое с черным, люблю это сочетание. Короче, пока что походим так. Так, что хотела, Грюнтик? Давай вот так. Мне, кстати, казалось, что у Грюнта была взрывная волна. Видать, я ошиблась немножко. Ну, а что для обороны нужно? Еще нет, да? Ну, хорошо. Черт.
А можно отмену? Угу. Давай тогда по-другому сделаем. Всего по одной штучке возьмем. Давай вот так. Так, ну и у Гарруса, в принципе, тоже все хорошо. Ну все. Подожди, Грюнчик, а что у тебя там, мотыга? Давай вот тебе коллекционерскую дадим. Плазменный дробовик гитов. А, пускай будет. Плохо, плохо, что не пишет, что это из себя представляет. В итоге приходится выискивать, как оно вообще выглядит. Так, ладно, боевое крещение Грюнта. Вообще не помню эту миссию. Ну, мне же лучше, наверное. Еще что-то новенькое будет. Ну как? Насколько это возможно, конечно. О, кстати, смотрите, как выглядит. Не, ну здесь, конечно, при местном освещении хрен разглядишь. Ну, не так хорошо, может быть, смотрится это при нынешнем, повторюсь, освещении, но мне что-то, не знаю, прям понравилось. Так, еще какие-нибудь плюхи, которые можно подобрать. Очищенная платина, давай, шеф. Газуй. Знаешь, каких трудов мне стоит собирать эту платину с этих чертовых планеток? Знаешь, сколько сил это отнимает? Но зато это будет вознаграждено. Естественно, ну, кто знал, знает, играл в Mass Effect, что нужны улучшения для кораблей, я все это помню, ребят. Память, слава тебе, Господи, на такие моменты у меня достаточно хорошая. Я все соберу, все у нас будет, все улучшения, мы все пункты, необходимые для выживания, выполним, не переживайте. Все будет. Че это? Ага. Мне, кстати, казалось, что там какой-то документ был. Подожди-ка. Опа. Как хорошо, что я вернулась. Мне казалось, я какой-то документ видела и что-то как-то... Во, да. Мне показалось. Ну-ка, подожди. О, боже. Состояние техники. Неполадки. Критические повреждения главного и дополнительного ядер. Уровень утечки нулевого элемента критический. Топливо вытекает через инженерную палубу. Навигация. Показатели системы навигации. Положение критическое. Ручная навигация невозможна. Управление ВИЗ заблокировано командой. Авторизация КРАТ 43279. Неполадки с датчиками. Датчики ближнего действия отключены. Последние данные получены в 7 утра. В опасной близости обнаружен планетоид. Неполадки системы жизнеобеспечения. Показатели приводятся в норму. Управление ВИЗ блокировано командой авторизация КРАТ. Все тот же. Состояние... Тот же, да? Да. Состояние щитов в норме. Целостность щитов 100%. Пробоем в щитах не обнаружено. Показатели сети. Неполадки. Идет устранение угрозы заражения. Элементы управления ВИ основных систем заблокированы командой... Ну, КРАТ опять. Критическое повреждение системы коммуникации. Производится активация сигнального аварийного маяка. Окей. Хорошо. Так, где-то тут платина моя была. Или я ее подобрала, пока сюда бежала. Вот так вот подбираешь на автомате. И вообще не остается в воспоминаниях. Ну так тут разброшено. Все? Captain, short-range sensors just went offline, and I'm locked out of helm control. The VI is reporting malfunctions all over the ship. Разгандосило, конечно, очень знатно. Так, подожди. Где? Где было? Блин, ну вот как работать-то? Подожди, где было? Вы же видели, правильно? Вот. А, вот, господи. Так,
Так, да, постараемся как-то ничего не пропускать, но это тяжко, когда здесь все раскидано так. Броня для роботов таких-то. Отправитель станции Джарахи, получитель отделения Эркс. Роботы Локи. Отделение экспериментальной механики отправитель и получатель отделения Эркс. Роботы Мир. Ну, тут такой большой. Отделение экспериментальной механики Ханакедар, отделение Эркс. Интересно, у них тут груз был. Причем, смотрите, щиты не повреждены, но при этом внутри все очень плохо. Как будто бы восстание машин произошло. Если я сейчас не туплю. Так, тут ничего. Так, внизу-то я ничего не оставила. Так, пока не будем ничего трогать, никакой ретранслятор. Сходил, проверил, ага. Самоуничтожаются. Просто так, да? На ровном месте. Конечно. Так. Ты же где? Ну, вечно так лежит. Берем. Тут ничего не осталось. Не, вроде все. Все, пойдем здесь включать. Тебе только что тыкало, правильно? Вот тебе тихо-тихо, да, слишком много мест, да? Где можно смыкаться. Окей. Гринтик, я тебе не мешаю, давай. Я понимаю, что ты очень крупный. Ой, дот. О, кстати. А, нам это открывали, по-моему. Так, и мир, по-моему, идет, судя по звукам. Угу. Черт, тихо. Я еще не восстановилась, ничего. Не могу так работать. Давай быстрее, господи. А! Уничтожить. Тихо. Готов. Так. Что-то аж, смотри, буря какая-то, вообще ни черта не видно. Тихо. Подождите, я ничего не вижу. Ломайся. Падай. Черт. Странненько получилось, не важно. Да, у меня же новая способность. Блин, мне реально ни хрена не вижу. Тихо. Лови. Зря я оттолкнула, надо было притянуть. Это и так ни хрена не видно. Снайперки-то у меня нет, чтобы толкать еще до кучи. А, ты уже мертво? Ну ладно. Ну-ка, присели, женщины. Так. А, черт, отскочила. А, нормально. Да все нормально. Нужно уходить, я заметила. Ну, это такой мини. Задание вообще ни с чем не связано, просто случайно найденное. Так, а что мы с ним получили-то? Ну? Нормально, слушай, 7500 на халяву. Ну да, нормально. Я просто переживала, что это что-то прям важное, знаете. Но нет. Вообще, у нас, кстати, сейчас официальных таких заданий довольно мало.
Потому что все не попрут, когда мы соберем команду, хотя бы начальную. Вот, если даже посмотреть. Вот. Вот это мы точно не сейчас будем делать. Касуми личные задания. Ну, самое главное задание и Джек. Поэтому за ней и идем. Вообще, конечно, не хотелось бы, знаете, вот так вот разделять. Наверное, не стоило на это задание сейчас идти, но что-то как-то хотелось закрыть этот вопрос. Заброшенная станция. Чё? Подожди. Ай, не туда. Подожди-ка. Почему вот именно туда меня телепорт... Вот туда вот, почему? Страбо. Подожди. Заброшенная станция, это какое задание? Это Феникс, это не то. Ну, не, это тоже задание в другом месте отмечено. В смысле? Так, подожди-ка минуточку. Your reserves at 50%. Да, мы же только что читали про эту станцию. То есть задание продолжается. Сбор данных подтвердил информацию о местонахождении торгового корабля МСВ «Корсика». Это станция Джараха в системе Страбо. Существует вероятность, что на борту станции Джарахи находится ключ к разгадке неисправности робота в Корсике. У-у-у, продолжаем тогда. Красота. Вот-вот-вот, да? Тогда молодец, конечно. Чуть не полетел, куда не надо. Не, давайте тогда закончим с этим, слушай. Ну так вот, да? Казалось бы, одна аномалия случайно находишь, и вдруг такая тайна, почему они не работают. Даже не знаю. Ну, да, роботы, перезагрузка. А, точнее, перегрузка. Это прям, они созданы друг для друга. Ну, у Миранды, в принципе, она тоже есть. А у Касуми что там? Тоже перегрузка, у Дарт Сини еще до кучи. Я прям-таки даже не знаю. Ну, не, давайте Миранду, мне что-то ее хочется взять. Кстати, да, у нее тоже можно улучшить, но мне, честно говоря, не нравится ее черный костюм. Вообще он какой-то, он выглядит каким-то тяжелым, грузным. Мне больше вот этот нравится. Пойдем таким составом. Так, все. О, трупики. Собственно, вот она я. Слушай, это интересно. Я вообще реально что-то плохо помню это задание. Вот сейчас что-то, знаете, вот черненько беляется. Но так, очень слабо. Доктор Гелвинд. Как я и предполагал, мы отключили от питания все системы, кроме необходимых для жизнеобеспечения. Жизнеобеспечения. Надеюсь, так мы отрезали Ви от всех ресурсов, которые могут им... помогут им достать нас. Это временные меры, долго мы так не протянем. Доктор Телсин. Почти как Делсин. Ах, Делсин Роу. Любовь моей юношеской жизни. Хотя кого обманываю. Docking area power restored. Intruders are requested to report to the cargo doors for immediate removal from station. Обязательно. Пункт оформления.
Так, тихо. Пойдем посмотрим, что там дверка открылась. А, это, господи. Чуть немножечко неприятно. Как-то не знаю. Да ладно? Можно я вам свет включу, и вы сразу станете добрыми? Утечка энергии, компьютер заблокирован. Так. Доктор Гелвинд, насколько мне удалось понять, Ви проявляет явные признаки паранойи, что, вероятнее всего, является следствием проникновения вируса. И чрезмерно агрессивное поведение является проявлением гипертрофированного инстинкта самосохранения. Попытка не дать вам выключить его. Думаю, Ви неисправно считает, что... Наше оборудование заражено вирусом. Если мы продолжим попытки отключения, она продолжит пытаться убить нас. Вероятно, единственным верным поведением было бы пассивное убеждение Ви в том, что мы не представляем угрозы. Доктор Толсин. Отлично. Хуже параноика Ви, может быть, только параноик ИИ, мне кажется, да? Ну, это не совсем то, что мне нужно, да? Мне нужно как-то... Так, немножечко не то. Надо, мне кажется... Да, да, сейчас, все поняла. Подожди. Здесь все-таки правильно было изначально. Что так вот. Ты теперь вот так вот делаешь. Ага. Мне это что-то напоминает, не могу понять, что. Третью Сибирь. Точно, третья Сибирь, там такая же хрень была. Ей. Ты что открываешься, слышь? Не надо так. Так, подожди-ка. Карты у меня нет, очень жалко. В принципе, это логично. Так, хорошо, оттуда мы пришли, правильно? Так, тут что-нибудь тыкнуть не... Не, нужно и там, небось, подковырять. Ладно, пойдем. Не знаю, туда сходить, может, сперва? Давай туда сходим. Хотя не, подожди, подожди. Это жилые помещения, здесь явно ничего важного. А туда мы только что проход открыли, так что тем более нам туда и надо, да. Люблю такие задания в Mass Effect, когда ты идешь вот так вот и ни хрена не понимаешь, что это прям круто. Внимание всему персоналу Дока. Ожидается поставка деталей для производства роботов с предприятия Ханакедар на Капике. Хаскинс, Туманность, Титан. Настройте Ви на прием запроса о стыковке от грузового корабля Корсика. Кеннингс. Жалко, наши ребята никак не комментируют. С другой стороны, это, наверное, даже и лучше, что они этого не делают. Ой, ёптерный ты. Тихо, ты дура, что ли, блин? Не пугай меня так. Чуть кони не двинуло. Сейчас было бы, как в «Звездном десанте», что меня пришибло бы дверью. От черт. Так, сейчас что-то опять мутить будем. Так. А, оспа вот же нарисована. Ну-ка. Ага.
doors enabled. One door enabled. Three doors enabled. Three doors enabled. All doors disabled. В смысле? Three doors enabled. Так. All doors disabled. Это вот эти три. Two doors enabled. Это вот эти две. All doors disabled. Two doors enabled. Ага. Five doors enabled. Ну, это все. Надо просто каждую было по отдельности посмотреть. Чего не включают, чтобы не париться. Так, вроде мы тут ничего не оставили, да? Это с той стороны. Я же его читала, да, только что. Так, ладненько. Не, ну вы же понимаете, да, что их всех убили роботы. И нам еще с ними тоже пообщаться придется. Знаете мне, что это напоминает? Миссию Коры из Андромеды. Миссия Коры, боже, какая она была классная. Вот что бы кто ни говорил про Андромеду, но там режиссура вот таких эпичных моментов, она шагнула чуть-чуть вперед, это сильно заметно. Если ты более-менее помнишь, как оно было в ранних Mass Effect'ах. Так, ну это было. Так, подожди, отсюда мы пришли. Вот, вот там вот мы не были, да? Или я сейчас просто круг описала почета. То, что вспомните миссию Коры. Ну, кто играл или смотрел прохождение. Ага, вот. Тихо, тихо. Ладно, я поспешила. Спокойно. Стоим. Оп, ну иди. А, дебилы. Ну, серьезно. Окей. Я сама как-нибудь можно. Ладно. По идее, когда я их воскрешу, они же телепнутся ко мне, правильно? Поэтому я сейчас... Хитрожоплю. Все? Воскресли? Молодцы. Забавно. Так, хорошо, я здесь. Куда мне отсюда? Пехота-то. Подожди, где? Не могу понять, подожди. Я тупая. There have been four fatalities on this station in the last week. Remember, safety is everyone's responsibility. То, что нам тут не надо спрыгнуть? Так, что-то я столько заблудилась, ладно. Еще разберемся. Сложновато ориентироваться в темных коридорах, когда ты играешь днем, тебя отсвечивает. Где личный шкафчик-то был? Вот он. Предполагаю, что наша Ви начала сбоить после стыковки с Корсикой. Телсин сейчас разбирается с Ви, а вы пока пролистаете записи и узнаете, что там было на этом корабле. Галланд. Так, а с этой стороны что? Тоже личный. Но сегодня какая-то такая... Таинственная серия получается. Так, ну что, все. Все взяла. Теоретически мы можем уже вернуться в главный зал. И включить главный компьютер, да? Теоретически. Скажи мне, да. Hub area power restored. Central mainframe access granted. Docked vessel detected. Attempting to upload central programming into docked vessel's mainframe. Так, подожди, выключать. Здесь ничего. Мне не нравится сведения о стыковке. Она же не имеет в виду наш корабль. Это прям только что же произошло, да? Intruder detected. You are not authorized to be in this area. Красивая какая. This is a secure zone. Please leave this station immediately. I regret to
all attempts to defend the station have failed. Shutting down security protocols. А, не, все нормально. Капитану удалось отключить протоколы безопасности и бежать со станции Джарахи. И что, даже никакого мочилова, никто на меня не напал. Ну, я так не играю. Не, ну это значит, были не роботы, а... Ну, хотя да, Ви, роботы, все логично. Здесь-то им откуда взяться, если они остались там. Что-то я затупила. Ну, в принципе, вот еще 7500. Еще и найдено 3. Еще и там мы, кстати, нашли, я не обратила внимания. Иридий, нормуль! Слушайте, ну прикольно, что? Вот так вот, да? Взяли такой... Заданец нашли. Небольшой. Не, ну прикольно. Пострелять особо нам не дали сегодня. Ну ладно. Предлагаю, так как мы потратили время на вот эту вот миссию, остаток серии потратить на разговоры. Корсика. Координаты последней стыковки от Сузи. Полученная информация. Местоположение станции Джарахи, системы Страба, туманность Орл. Анализ данных позволил нам получить подтверждение того, что в последний раз грузовой корабль Корсика останавливался на станции Джарахи в системе Страба. Существует большая вероятность, что на этой станции вы найдете информацию, которая позволит понять, почему все роботы на борту Корсики вышли из строя. А, ну вот она меня отослала, а я уже там побывала. Спасибо. От призрака. Шепард, как вижу, вы вернули к жизни Крогана Акира. Опасное решение, но на время операции у вас полностью развязаны руки. В этой битве не стоит отказываться от любой помощи. Если этот грюнт не оправдает ожиданий и придется его устранить, пожалуйста, сохраните тело. Препарировав его, можно получить полезные генетические данные, ведь при его создании были использованы технологии коллекционеров. Но снова скажу, решать вам. Строит из себя дружелюбного. Посредника. От Сузи. Информация о планете. Планета Капек, система Хаскинса, туманность Орел. Судя по данным, полученным зараженного Ви на станции Джарахи, вероятный источник вируса – предприятие Ханекедар на планете Капек. А, это не продолжается! Вероятный источник предприятия на планете Капек. Поехали, полетели на Капек. Слушай, прикольно. Где моя Капек? Станция Джарахи. Капек. Сейчас это явно не здесь. Хотя... Ну, это все не то. Так, давай вот так вот сделаем. Планета Капек, блин. А, не перелети только. Сейчас мы посмотрим через ретранслятор. Может, на мегагалактической карте это все будет видно. Вот, да, отключить зараженную вот эту вот линию, да? Да, она. Знаете, что надо было сделать? Топливо поиметь. Капик, да, реально. Прикольно. Одна такая одинокая планета. Посмотришь, как тут одиноко жить. С другой стороны, мы же живем как-то, да? У себя. С другой стороны, у нас же есть всякое разное вокруг. С другой стороны, мы все равно этого не видим, правильно, в своих окнах. Казалось бы. Да, мы поняли. Капик – каменистая безводная планета, покрытая водородно-этановым туманом, которая жестоко обжигает жар белого солнца. Серое железо окрашивает поверхность Капика в черные и желтые цвета. Прям под цвет моей брони. Прекрасно. В базах данных нет информации о наличии на планете поселения, однако сканеры определяют наличие металлических аномалий, предположительно строений, не имеющих крышу. Ну хорошо. Так, тут еще эксперимент, что-то там бла-бла. Так, у меня 29 зондов. Я предлагаю сейчас немножечко гульнуть на 3 рубля и выше. Подожди, дай. Вот. Просто, чтобы потом не лететь за этой планетой, немножечко сложновато ориентироваться, честно говоря, в местных системах. Либо я просто очень отвыкла, либо что. Так, подожди, эксперимент. Хочется как можно больше извлечь. Главное, случайно на аномалию не наткнуться. Пока я тут просто сканирую. Эксперимент в карантине. Что-то было отлично. О, как, смотри, зашкаливает.
Да, здравствуй, Твериди. Ох, шикарно. Слушай, мне нравится эта планета. Кстати, ребятки, небольшой совет вам, кто никогда не играл. Когда будете искать минералы, материалы и прочие ресурсы вот так вот на планетах, делайте это последовательно. То есть не открывайте планеты, просто не смотрите на них, да, не открывайте их названия, если вы их не собираетесь сканировать зондами. Ну, в общем, вы поняли. То есть лучше, если вы прилетаете куда-то, вы сперва одну планетку полностью отсканировали, собрали с нее все ресурсы, потом следующую, чтобы просто не получалось так, что у вас Солнечная система изучена на 100%, а при этом ни одной планеты до конца изучена... Может быть, господи, как сказать-то, Seven? Русский язык, твой родной. Алло. Короче... Может случиться так, то, что у вас будут открыты... Тихо, не надо. Будут открыты все планетки, а при этом ресурсы вы с них не получите, и придется каждую потом проверять. Сканировали вы ее до конца, не сканировали. А так, вы знаете, то, что название на планете есть, значит, вы ее полностью отсканировали. То есть последовательно. Куда вам спешить? Себе лучше только сделаете. Так, ну где-то... Да иди ты нафиг, я знаю, где аномалия. Дай мне собрать ресурсы. Я, в принципе, могу как бы... Да-да-да. Сперва отметить аномалию, чтобы от меня отстали. А потом уже... Ух ты, нихрена ж себе. Но мне так не хочется. Потому что сразу будет выскакивать, спуститься, приземлиться, бла-бла. Ну давай. Давай, здесь осталось-то, ну. Самое, кстати, прикольное, что даже когда у тебя уже исчерпано... все на планете, ты все равно можешь собирать ресурсы. Их, конечно, будет очень мало сыпаться, но они будут сыпаться. Что самое забавное. Приятно, что, кстати, что здесь нет ограничения. То есть даже у меня, вы видите, под завязку уже заполнены эти зелененькие все штучки моей шкалки. Но при этом я могу собирать прям до усилий. А, исчерпано все. Все, супер. Так, обнаружена аномалия. При сканировании поверхности был обнаружен комплекс по производству роботов, судя по регистрации, принадлежащей корпорации Ханакидар. Здание находится в состоянии аварийной консервации. Поиск жертв живых сотрудников не дал результатов. Сканирование источников опасности обнаружило множество инфицированных роботов, законсервированных в здании. После отключения основного конвейера комплекс прекратит создание инфицированных роботов. Приземляемся. Так. Можно мне, пожалуйста, партию выбрать? Пожалуйста. Гарус и Миранда. Грюн так немножко походил. Повоевал там. Слегка. Так, а вот это я что-то... Либо это очень похоже на другое место, в котором мы еще будем. Не надо так делать. О, собачка. Да ладно. Ууу, хорошо. Ну давай. Знаешь, как у них это происходит все? А, мы типа входим, да? Окей. Ой, как темно. Так, ну ладно, давай по порядку. Господи, не пугайте меня. О, господи! Нельзя же так. Внимание всего персонала. Наш новый поставщик микросхем сообщил о немедленном отзыве модуля сдержания... сдерживания MX7552-4A.
работу которого, как выяснилось, приводит к регулярным поломкам связанных с ним компонентов. Начаты поиски нового поставщика. Всем сотрудникам предписывается немедленно прекратить использование им. Ну, вот этого, короче, вплоть до отмены данного предписания. Доктор Рошель, директор отдела экспериментальной механики Ханакидар. Джиана, довожу до вашего сведения, что мы потеряли контакт с Корсикой. Мы проверили ваше предположение. В роботах и перевозимых деталях действительно использовался дефектный отозванный модуль. Корсика, насколько мы знаем, направлялась в систему Страба на станцию Джарахи. Но связаться с ним не удается. С ними. Надеюсь, с ними все будет в порядке, но, полагаю, пока мы больше ничего не можем сделать. Трасс. Доктор Таларасан, я получаю доклад о том, что роботы сходят с конвейера и нападают на рабочих. Некоторые самоуничтожаются без видимой причины. Даже те, что изначально не были оснащены дефектным модулем, также проявляют признаки заражения. Интересное кино. Происходит глобальная катастрофа. Мы стараемся держать ситуацию под контролем, но как долго это будет у нас получаться, неизвестно. Когда об этом узнает доктор Рошель, полетят головы. Моей среди них не будет. Командир Саундерс, СБ. Доктор Таларасан. Доктор Рошель приказывает полностью изолировать здание. Таким образом, вам предстоит запечатать коридор, ведущий в конвейерный зал, и заблокировать доступ к нему из других помещений. Я отдаю себе отчет, что таким образом вы оставите меня и всех оставшихся внутри рабочих наедине с неисправными роботами. Прошлые ваши приказы не отменяются. Для меня было честью работать с вами. Командир Саундерс. Ничего себе. Смело. Что за халява такая? Так, ну это компьютер. Ну, ладно. Вопрос очень хороший. Обнаружено, доктор Таларасан. Командир, я нашел Азари, доктора Таларасан, в коридоре, ведущем к конвейеру. Мы заблокировали проход и перекрыли доступ к оставшейся части коридора. Офицер Гэмбл. Проктор энд Гэмбл. Ладно, важно, командир. Я доставил доктора Таларасан в безопасное место и направляюсь на склад, к пульту управления конвейером. Сообщу, когда буду на месте. Я на складе. Здесь довольно пустынно, сэр. Вижу пультовую прямо над хранилищем. Мне понадобится несколько минут, но, похоже, с исключением конвейера проблем не будет. Но, видимо, проблемы были, потому что ничего не поменялось, и конвейер, судя по всему, еще работает. Причем работает очень даже неплохо. Тихо, не надо. Вообще забавно, что робот Фендрис. Ну, вы понимаете меня. Фендрис, маленький волк. Ну, собачки. Что? Кто это делает? Так, подождите, дайте взять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Миранда, что ты лезешь? Вот почему они работают, а? Через перила. Это подъебанные перила, это чертова перезагрузка. Что потемнело-то в глазах? Так, не надо. Дотянешься? Да нет. Да нифига у тебя не случилось. Чё ты мне рассказываешь? Вот так-то надо делать. Ау, чё-то я засмотрелась на красоту. Да ёперный Миранда, ну ты серьезно? Все лежать. Так, идите сюда. Так, тут ничего не осталось из того, что можно прибрать к рукам. Вроде бы нет. Ну ладно, ой, ненавижу вот такие вот залы, вот особенно когда вот что-то подобное еще над моей головой летает. Слушайте, здравствуйте. Fire.
Нормально. Я, кстати, периодически забываю, что у меня есть рукопашечка напрочь. От нее просто в Андромеде так мало толку было. Скажем прямо, там как-то не до рукопашки было. Она в редких-редких ситуациях очень такой всплывала. Что, в принципе, на самом деле логично для такой игры, как Mass Effect. Потому что, ну, это не тот мир, где ты будешь в рукопашку врагов бить. Ты чё, гудишь-то? Ты чё, чайник, что ли? Да и где ты, что нет? Опять через жопу все. Я хочу просто пострелять в голову. Я поставила же все. Во. Ну, что вы делаете? У меня же так мало патронов. Во. У меня же стоит этот визор, или как он там называется, который на 10% урон в голову увеличивает. Главное попадать. Тихо. Смотри, их даже штырит. Не, нормально, прям хорошо. Взрывается. Патронов мало. Надо вкладываться. Здравствуйте. Надо вкладываться в улучшение пистолетиков. Люблю пистолетики. Черт возьми. Пистолетики One Love. Красота. Вот всегда вот так, да? Это типа мимо было сейчас. С какой перепогу-то. Или так, да? Ой, ё-моё, нифига вас тут. Ну-ка, давай. Полетели. Да ёпперный. Да ёпперный цвет. Это я зря. Я ж хилая, как сопля. Теперь тихо. Можно убить вот это? Я хочу не делать. Бить. Ну серьезно. Вы закончите сегодня, нет? Гарус, иди сюда. Гарус, отчаливай, давай. Лежать. Офигеть, они просто бесконечные. Вы видели, сколько их тут было? Мы штук, наверное, не знаю, 10 точно завалили. Офигеть. Ты что, тебе? Еще наверху? А, нет. Или да? Нет, эта штучка просто не видится. Мрак. Ой, только не падай к нам, пожалуйста. Не надо никуда мувить, надо мочить. Издалека мочить надо. Так, Гарус, вот сюда. Давай, ладно. You got it. Yes. Going to cover. Ну, пожалуйста, так, тихо. Красота. Все? Фух, слушай, ну неплохо идем. Как-то блок данных. Это какой блок данных, который мы читали? Не может же быть, да? Мы же уже с другой стороны. Тут ненавижу такие вот склады, знаете, где нужно между ящиками пытаться что-то делать. В какой же это еще игре было, причем если ничего не осталось. Причем так прям противно это все было. Опа.
прям очень сильно раздражало. Где же это было? Непонятно. Так, ну в принципе, да, мы вот так вот шли. Вроде бы, да? Или мы оттуда шли? Короче, к черту. Окей, ладно. Так, нам очевидно наверх, что внизу. Ничего. Точно? Ой. Не, ну пока неплохо идем. Скажу, что как-то мега динамично, да? Более-менее. Так, смотри-ка, этого чувака нет, он так до конвейера не дошел. А где же он лежал? Может, все-таки вот тот блок данных, это был не тот, который мы изначально подбирали? Хотя нет, вот, вот там вот мы зашли. Вот так вот мы шли. Там вот мы уперлись. Потом мы вот так вот обошли. Хоба, и вот здесь вот подшуровали и прошли сюда. Вроде так, да? Вроде все было... А, не усп... Блин. Ладно, поспешила. Хотела наверх. Ну ладно. Причем ткнула наверх, но оно меня уже туда не переместило. Типа, все, поздняк. Губу-то закатай. О боже. Надеюсь, мне сейчас... Меня заставят бежать вручную, да. Ножную. Ну окей. Жалко, комментариев не хватало. С персонажем. То есть по факту миссия... ну, такой мини-тир, знаете, такой вялотекущий. Но, в принципе, само по себе прикольно. Нашли задание, приехали туда, какие-то роботы. Вирус там, все такое. Прикольно. Но комментариев не хватало. Ну, с другой стороны, игра старая. Чего не ждать. Так, все? Или еще что-нибудь? Продолжение? Нет. Все, это прям конец-конец, да? Вот, покинута научная станция. Все, оно закончилось. Ну, вот эти мы как-нибудь потом. Ну да. Слушайте, прикольно. Хотела за Джек отправиться, но смотрите, во что аномалия вылилась. Целый час геймплея. Эх, растягивают мне тут события. Ну да ладно. Что-то мне показалось. Смотрю только, где мои сиськи, думаю. Они, вот они. Ох уж это черная зона на одежде. В общем... Слушайте, прикольно, на самом деле. Не думала, что это так много времени займет. Поговорить мы в итоге не успели с вами, но да ладно, соберем всю партию на данный момент имеющуюся, ну, то есть Джек, доберем и пройдемся конкретненько по кораблю, перетрем, посмотрим, что как. Надеюсь, что серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, как вам миссия вообще, в принципе, находили ли вы ее, проходили ли вы ее или забили в свое время. Ну и, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Саван, как всегда.